Всем доброе утро. У нас же с утра сирена. Когда Светлана отвез, заехал тут на солнечный. Выпить кофе-то купил, сигареты. Да думаю, чуть перекурю. Да сейчас буду ехать. С утра такой туман был. Влажно сильно. Минус 2 было, сейчас минус 1 показывает. Еще все замерзло. Мало что оттаивает. Сейчас буду ехать домой. Вот там мама одна. С этими сиренами непонятно что. Может случиться. Потому что мама уже старше, она не понимает, что ей делать. Она в спальне сидит-то и все. Но, а куда будет деваться? Куда же будет убегать мама? Она уже и так слышит плохо. То раз сирену услышит, раз сирену не услышит. Я ей там приемник оставляю включенный. То сирена гудит. Она раз слышит, раз не слышит. Что-то мне лампочку сделали. Стоп задний. А она все-таки опять отошла. Опять завожу машину, мне показывает, что неисправность. Надо будет лампочку купить. Потому что не метод, мне не нравится. Мы разобрали фару, посмотрели. Он говорит, что просто отошла. Сделала, она заработала. Сегодня опять не работает. Контакт плохой, надо зачистить. Хорошо, ну, надо, короче, сегодня посмотреть. Только сейчас я, конечно, неделю не куплю. Потому что все закрыто. Время только 8 часов. С 9, наверное, или с 10. Тут магазин там на Ксенинке открывается. То я уже тогда лампочку куплю. Ну, я уже лампочку поменял на фаре. На стопе, то есть задней. Потому что была перегоревшая. Купил на Ксенинке, заехал, как раз купил. Поменял сам. А это что нам Мила передала кофе. То я хочу чуть-чуть его кофемолки перемолоть. В той раз говорили, что она немецкая, Светлана читала, что она итальянская, я не знаю. Ну, сейчас попробуем. А ну, мама, не открывай. Что-то она уже тебе выскочила на руку. Что-то ты на вышла на руку. Ведь крыжи мне тут. А, ну-то добро, она у тебя сидит. А что она, замерзла чи что? А сирены немає. Уже было 2 раза сирена. Не открыешь. Не-не, подожди. Ножнички. Да то ножнички мне так треба відкрити, чтобы я потом мог закрыть, мама. Подожди, подожди. Не-не-не, не так. Подожди, мам. Не-не. Давай я відкрию. Запах сразу. Ну, так бы ты не пьешь ту каву, что я съем. Та, конечно, крупно, воно тверде. Ого. Бери, з'їж, попробуй. Зам'ят. На зуб. Та можна откусити, воно горьке буде. Горьке. Ой, мама моя рідна, і ти геть. Ну та кава, що ж ти хочеш? Це кава. Ти що думала, що то? Мама думала, що конфети. Це не конфети. Зараз попробуємо. Как раз на кофе Мила подарила, и кофеварку тогда нам тоже была подарила она. Говорю, кофеварку, кофемолку, боже, говорю, кофеварку. Я, наверное, по чуть-чуть, много не буду, вот так. Ну, сейчас попробуем. Я не могу открыть сейчас. Ой, какой запах классный. Надо будет сегодня заварить, попробовать.
На эту баночку чуть-чуть. Что мама там робит? О, теперь запах, мама, совсем другой. Мы богато не будем, чтобы оно было теперь свеженько, поняла? Чтобы потом можно было любой час себе открыл. Честно говоря, мы в зернах никогда не покупали. Побольше насыпно. Что, мам? Да бы ты не пьешь, он. Ты чай пьешь. Чай, молоко. Ну не. Полягали всі, лежать, розумію. Та п'ють зараз, мама, всі каву п'ють. Зараз всі каву п'ють. Чарлік вже десь упала, і Чарлік знайшов одну і вже хоче з'їсти. Нельзя тобі? Нельзя, Чарлік. Ну. Хоча теж, ага. Ну так, да, вони всі поприбігали, думали, що я роблю. Ну ти ж дерев джукаєш, а вони думають, що, що май, якась машина їде, да? Куди пішли? Побіжали. Куди? Так, от це вже я так прищепкою раз, щоб воно не виветрювалося. Ну, я вже скільки намолотив. Останеться ще раз, я думаю, що нам хватить достатньо. Ну, будем пробовать кофе, что я тут набью. Ну, сейчас кофеварку забью. А запашок обалденный. Главное хорошо забить. Это выходит крепкое, хорошее кофе. Я уже почти месяц не пил кофе, сейчас снова начал пить. Но я уже так много не пью. Две чашечки в день и достаточно. Я, конечно, чашечки маленькие пью, небольшие. О, набил хорошо. Чуть тебе запах, мам? Чи уже не чуть? А? Переварять не можу. Як прийде запалити. Каву? Ну. Ну, то що зробиш? Ну, більчик хрустики свої їсть. Зараз подожди, як я поставлю, як вона завариться кава, тоді буде запах ще лучший. Ото на ту чешський кейс, кружечка маленька вся. Ну да, я отаку чашечку. У малу. Отаку. На, ти що думаєш, я каву п'ю, як чай чи що? То так п'ють таку велику каву, то п'ють сіми. Заварна. Що ти кип'ятку налила, поняла? Кинула ложку, ти розколотила. Заварна. А це ж не заварна. Ну, мать моя родна, я п'ю і напила. Хіба може так? З молоком. Бо ти так хотіла. З молоком ще так. З молоком могла пити. Та тобі для чого? Люди старші є такі, що п'ють там один раз в день. І то з молоком ще води може додати. Що ти пить? Все вже. О. Запашок прекрасний. Сразу по кухні такий запах. А зараз мачуєш, який запах? Що, чуєш чи ні? Правда? Запах. Ну та приятний запах, що ти фукаєш, що? Поганий запах, що? О, і все, це сьогодні і вип'ю оцю чашечку, і більше кофе не буду пити. Я просто попробувати, на пробу. О, звісно,
Запах совсем другой, не такой агловация. Ну, больше такой горчит. Ну, тоже неплохое. Ну, будем пробовать кофе, что я тут наделал. Сейчас кофеварку забью. А запашок обалденный. Главное хорошо забить. Это выходит крепкое, хорошее кофе. Я уже почти месяц не пил кофе, сейчас снова начал пить. Но я уже так много не пью. 2 чашечки в день и достаточно. Я, конечно, чашечки маленькие пью, небольшие. О, набил хорошо. Чуть-то тебе запах, ма? Чуть же не чуть. А? Запах переваривать не может. И как придя запалать это. Каву? Ну. Ну, то что сделаешь? Ну, бельчик хрустики свои есть. Сейчас подожди, как я поставлю, как она заварится, кава, тогда будет запах все лучше. Вот тут на тот чешский кейс, кружечка маленькая вся. Ну да, я вот такую чашечку умалу. Вот такую. На, ты что думаешь, я каву пью, как чай, чи что? То так пьют такую великую каву, то пьют всеми. Заварна. Что ты кипятку налила, поняла? Кинула ложку, ты расколотила. Заварна. А це ж не заварно. Ну, мать моя родна, я пью і напила. Хіба може так? З молоком. Брати так хотіла. Молоком ще так. З молоком могла пити. Та тобі для чого? Люди старші є такі, що п'ють там один раз в день. І то з молоком ще води може додати. Що ти пить? Все вже. О. Запашок прекрасный. Сразу по кухне такой запах. А сейчас мочусь, який запах? Что, чуешь чи не? Правда? Запах. Ну, то приятный запах. Что ты фукаешь, что? Поганый запах, что? О, и все. Это сегодня и выпью. Вот эту чашечку. И больше кофе не буду пить. Я просто... Попробовать, на пробу. О, конечно, запах совсем другой, не такой агловация. Ну, больше такой горчит. Ну, тоже неплохое.